Мы хотим вам показать, как замечательно, экологично покрасить ваши яйца. Всем привет! Сегодня в этом видео мы хотим поздравить вас с праздником Великой Пасхи. Максюша, скажи всем с праздником! Мам, покажи. Да, покажи, покажи! И сегодня вместе с Максюшей мы хотим вам показать, как с использованием каких-то простых инструментов, которые у вас есть дома, с помощью яичного белка и просто салфеток можно замечательно, экологично покрасить ваши яйца. Будешь мне помогать? Да. Да, и сегодня мы это сделаем вместе с Максюшей. А для чего я хочу вам это показать? Очень часто мы можем увидеть, что в быту, даже с детьми, когда мы используем какие-то краски, красители, все они содержат в себе не очень хорошие ингредиенты, тяжелые металлы, и при контакте с кожей ребенка они попадают в его организм и могут ему навредить. Ты знаешь об этом? Да. Ну как ты их выводишь? Брокколи ешь. Что ты еще ешь? Брокколи. Пробиотики. Пробиотики. Максюша знает все эти инструменты, как работать с выведением тяжелых металлов, но все равно в быту мы стараемся максимально исключить попадение всех вредных веществ в организм. Сейчас мы покажем, как это делать. Это на самом деле все достаточно просто и легко. И самое главное, не забывайте читайте составы, чем вы кормите своих детей и какие вы используете краски, красители. Да, это я делала. Тогда почему ты не все сделала? Ну, сейчас мы с тобой закончим, хорошо? Ну что, поехали, Максюша? Поехали. Поехали делать. Рассказывай, что у нас тут есть с тобой? Кисточки. Кисточки. А здесь у нас яичный белок. В стаканчике это не водичка, это яичный белок. У нас есть яйца вареные. Беленькие, да? Здесь, которые мы красили. Да, эти мы уже покрасили. Вот, вот такое яйцо мы хотим сделать. А здесь у нас просто верхний слой от салфета, который, я думаю, есть в любом доме. Вот они у нас разноцветные, цветочками. Это да. Мы берем просто яйцо. Бери в одну ручку яичко, да. А в другую ручку мы берем кисточку. Выбираем участочек салфетки, кому какой нравится. Ты ромашки, да, будешь делать? Прикладываем и просто берем кисточку с нашим яичным белком и намазываем на салфеточку. Смотрите, вот так намазываем. Да? Сейчас я смотрю, да? Так, все, мы вот так намазываем, да, сына? Да. Так здорово у нас получается, да? Давай я последние штрихи сделаю. Помощь-то. А теперь что? Смотри, сейчас я тебе покажу. У тебя красиво. У тебя тоже красиво. Смотри, как у тебя хорошо получилось. У тебя очень красиво. У тебя тоже очень красиво, Максюшенька. Вот. Сейчас я помогу, чтобы у тебя тут хорошо домазать. Давай, ставь свой. Вот так вот. И вот такой вот еще у нас есть. Давай вот такой поставим еще. А вот такие. А вот эти. Ой, какая красота. Друзья, попробуйте этот метод, это реально очень быстро, просто, удобно, с использованием домашних салфеток, с использованием яичного белка, кисточек и, самое главное, с помощью детей, да? А где Санька? Потерял братика? Да. Сейчас пойдем искать. Пока-пока! Я всех поздравляю с праздником Великой Пасхи и всем желаю здоровья, хорошего весеннего настроения и просто улыбок. С вами была ваша Катя, диетолог, нутрициолог и проводник в натуропатию. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока-пока!